На территории Чувашской республики расположены 63 особо охраняемые территории. Две из них федерального значения. В весенний и летний период леса становятся особенно уязвимы. В мае этого года произошло 5 пожаров, в том числе и в заповедной зоне, в Прессурье. Проблемы всерьез озабочены в природоохранной прокуратуре Чувашии. В стихийных пожарах не всегда виноваты отдыхающие. На протяжении многих лет причиной становится ненадлежащее содержание территорий вблизи железных дорог. В мае этого года поезд оставил сразу 3 очага возгорания на пути следования от Алатыря до Канаша. Из-за отсутствия необходимых барьеров огонь быстро распространился на лесной массив. Основные нарушения – это отсутствие мелиозированных полос, непроведение противопожарных мероприятий, можно так сказать, в полном комплексе у ряда организаций, арендаторов лесных участков. Недостаточно одной переписки, нужно принимать меры административного воздействия. Причем надо отметить, что с 1 марта у нас введены изменения в законодательство, согласно которым даже на прилегающих к лесным участкам необходимо проводить мероприятия, расчистки от сухой растительности, от отходов, мелиозованные полосы. Стоит отметить, что в Советском Союзе противопожарные меры вблизи железных дорог соблюдались очень строго. Возвратить старые действенные методы профилактики стараются сотрудники заповедника. Сейчас мы планомерную работу ведем с Горьковской железной дорогой и с местными органами власти именно для того, чтобы прекратить переход огня. Проделана довольно большая работа, но тем не менее на 100% обеспечить безопасность, к сожалению, не удается. Сохранить природу в первозданном виде – задача сложная. Но если каждый станет относиться к ней ответственнее, то она ответит благодарностью. Татьяна Филатова, Сергей Адушкин, Расиль Мухаметов, Республика.